Омского перевозчика могут привлечь к административной ответственности за нарушение закона. Этого требует прокурор Ленинского округа. Повод для проверки – многочисленные жалобы пассажиров на маршрут номер 132. Выяснилось, предприниматель использовал для перевозок автобус, которого нет в реестре лицензий. Борта не были оснащены тахографами и работали с неисправностями. Также подтверждены факты отклонения от расписания. По результатам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении перевозчика дел об административных правонарушениях за осуществление пассажирских перевозок с нарушением лицензионных требований, а также оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Дальнейшее соблюдение графика движения транспортных средств указанным перевозчиком находится на контроле прокуратуры округа.